Привет, Бауржан. Привет, Дэвид. Расскажи о вашем партнерстве с KSL. С компанией KSL мы совместно разработали голосового робота, который продвигает тарифные планы, услуги и различные сервисы компании среди абонентской базы. Я так понимаю, этот продукт на базе Яндекс.Клауд. Да, абсолютно верно. Мы используем все те компоненты от Яндекс, которые помогают нам сделать робота лучше и тем самым повышаем качество обслуживания компании KSL. Голосовые роботы – хорошие сотрудники? Да, Бибет, на самом деле роботы очень хорошие сотрудники, которые всегда в хорошем позитивном настроении. Примерно у нас 99% людей, которые получали звонки от робота, не распознавали, что они разговаривают с роботом. Роботы в итоге захватят мир? Да, роботы захватят, мы над этим работаем. Вот есть новая услуга, новый тариф, как быстро и эффективно рассказать о них пользователям? Ну, все зависит от самой услуги, которую мы хотим продвигать абонентам. Есть стандартные каналы коммуникации, это виде смс, VR и USSD. А есть услуги, которые более сложные к объяснению человеку, то есть просто смс-текстом не донести всю фишку данной услуги. Здесь можно подключить так называемых живых людей, это телесейлзов, которые обзванивают абонентов, но есть большая проблема в том, что количество их ограничено. В среднем один оператор может в день обзванивать порядка 140 абонентов, а один робот может обзванивать 120 тысяч абонентов. Почти в 1000 раз больше. Да, почти в 1000 раз, и в этом и преимущество робота. Уникальность нашей системы заключается в том, что наш робот практически неотличим от живого человека. Наши специалисты используют собственную разработку машинного обучения NLU, которая в своей работе использует данные, передаваемые из системы распознавания Яндекс SpeechKit. Вот. Как итог правильного распознавания, скажем так, объектов в потоке речи, робот дает максимально корректный ответ на поставленный вопрос. То есть абонент получает опыт общения не с роботом, с искусственным интеллектом, а общения с живого человека с человеком. Бауржан, мне постоянно звонят роботы. Я, честно говоря, их сразу определяю и никогда с ними не разговаривал. Ты знаешь, я предлагаю прямо сейчас испытать наши технологии и принять звонок. Прямо с моего телефона? Да. Супер. Ждем. Звонит, по-моему, ваш голосовой робот. Здравствуйте, я звоню из компании «Актив». Меня зовут Алина. Вам удобно сейчас говорить? Здравствуйте, Алина. Мне удобно. Вы давно «Актив» пользуетесь. И в знак благодарности мы предоставляем вам персональное предложение. Тариф «Суперкомфорт промо». Алина, почему так дорого? Ничего страшного. Но ведь возможностей уже будет больше. Плюс вы уже не будете переплачивать за звонки внутри сети и дополнительный трафик на соцсети и мессенджеры. Разумно. Все это будет полностью безлимитно. Поэтому, наоборот, попробуйте. Ведь такие условия далеко не всем доступны, и это для вас персональное предложение. Сохраню вам такую возможность, да? Всего вам хорошего. До свидания. До свидания. Да, чтобы по бесконечности и не сообщение, шла. Смотрите, следом пришло мне. А? Красота. Легко ли было внедрить голосового робота в бизнес-процессы компании? На самом деле для нас это было приятным сюрпризом. После подписания контракта в течение месяца нам удалось уже запустить робота в боевой режим. И здесь я бы хотел отметить нашего партнера Нейронет, благодаря которому это состоялось. В чем секрет успеха KSL? Наш секрет заключается в двух ключевых факторах. Да, мы все очень разные, и в этом наша сила. Второе, мы поддерживаем дух лидеров, дух чемпионов, помогает нам очень быстро меняться, легко трансформироваться к изменяющимся внешним обстоятельствам. Мы с радостью поддерживаем все новые и прогрессивные изменения, новые продукты. Яндекс для нас является вот таким вот бест-кейсом с точки зрения успешной конкуренции на наших рынках с мировыми гигантами. Супер. Спасибо большое, Юрий. Спасибо. Спасибо.